Всем привет! Перед вами автоматика Евросит газового котла Евросит 630 и вот такой вот звук пилотной горелки, надоедающий. То есть не просто шипение газа, да, вот пламя гуляет, ветром задувает. Они очень приятны, если в тихой комнате находишься. Для того, чтобы убрать такой вот посторонний звук, необходимо снять крышку и отрегулировать пламя самой пилотной горелки. Чем мы сейчас и займемся. Откручиваем крышку. Вынимаем вот этот длинный болтик. Снимаем. Здесь у нас пьезорожжик находится. И здесь мы видим два клапана. Два болтика регулировочных. Вот большой и маленький. Нам нужен маленький. Сейчас мы его будем крутить. Мы его поворачиваем против часовой стрелки. Смотрим на пламя. При повороте против часовой стрелки пламя увеличивается пилотной горелки. Если по часовой, пламя уменьшается. Соответственно, нужно выбрать баланс между горением горелки самой. Масло масляное, сказал. То есть баланс нужно выбрать между шумом и тем, как горит сама горелка. Так можно оставить чуть потише, значительно тише. Потому что если совсем пламя убрать, термопар будет плохо нагреваться, и автоматика сработает как будто бы отключение газа. Вот и все. Теперь значительно тише работает газовый прибор. Возвращаем назад наш чехол. Закрываем крышку. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.